Математик і аналітик за своєю суттю Добрій в якийсь момент прийняв непросте для себе рішення – пересісти з байка у крісло директора DDD Racing Team. Добре усвідомлюючи, що у іпостасі організатора він буде кориснішим для своєї команди. І хоча його потенціал як гонщика був ще далеко не вичерпаним, Добрій про свій вчинок не жалкує. Виграє команда, а програє тренер. Ця футбольна істина дуже добре підходить і до реалій авто та мотоспорту. Добрій не побоявся взяти на себе відповідальність за результати команди. В будь-якому починанні мені подобаються люди, які це організовують. Називаю це тім-директором, або тім-босом, або режисером, або директором команди. Це принципіальне значення нікого не має. Чоловік, який все це організовує, менеджер проєкту. Когда вообще в автомобильном или в мотоциклетном спорте появляются новые люди, новые лица, когда есть энтузиасты, которые просто не с любовью относятся к этому виду спорта, то их сразу же замечаешь, и, конечно же, мы все друг друга знаем. Йому вдалося зібрати в одній команді справжніх фанатів і професіоналів мотоспорту – Валерія Гарбарука та Дмитра Ігратушина. Наконец-то мы посмотрим полноценную тренировку Валеры. Сегодня сухо, у нас лики, все замечательно. Угу. Ты готов показать нам класс? Да, готов. Все. Он может перед стартом сказать, нам не обязательно первое место, можешь там не торопиться. Или сказать, что ты же понимаешь, нам обязательно нужно первое место, потому что вот ситуация в чемпионате там такая-то. И это то, чего не хватает многим ребятам, спортсменам, чему им надо было бы действительно научиться у Добрика. Это вот рассудительность, не нужно лишний раз лезть там, где не нужно лезть. Вот он не лезет, наверное, потому он достаточно успешный. В этом году, например, я считаю, что я собрал 4 из 5 лучших гонщиков на Украине. Ну, поэтому и выиграл досрочно чемпионат. То же самое было в 2007 году. В 2007 году было намного сложнее. То есть мы выиграли чемпионат буквально там в последнюю гонку, в последнем заезде с разницей в одно очко из 370. Он может стать кем захочет, было бы у него желание. То есть если бы он захотел быть чемпионом на мотоцикле, я думаю, он бы к этому стремился и этого достиг. А так как у него по чуть-чуть это желание пропадало, он перестал ездить, просто сейчас ведет команду, которая лидер там. Окрім мотокоманди DDD Race, Добрій має і власний інтернет-ресурс, який присвячено світу двигунів. Тут можна прочитати усе, що стосується авто і мотоспорту в Україні та за її межами. Скажи, наскільки дорого? Це ж безумно дорого содержати сайт. Ну, дорого. Вот в этом году эта штука сожрала где-то 20 тысяч долларов. Добрий, це тобі подарунок від нашого спонсора. Інтереси не обмежуються лише мотоспортом. Добрій підтримував Юрія Протасова, а зараз є спонсором Ірини Протасової. Каждая гонка, он всегда мне звонит, он всегда спрашивает, что и как. Если он не успел приехать на тренировки, то он обязательно спрашивает, как все прошло. И для меня очень важно, что не просто какая-то есть и финансовая поддержка, а есть его поддержка, его вот он всем сердцем переживает за то, что произойдет. У меня появился штурман, мой второй за мою карьеру, это Александр Скотчик. Это был его хороший друг, приятель, и он как-то с ним сумел договориться, чтобы наклеить на наш автомобиль спортивную наклейку. И Добрий к нам чем-то в то время помогал, там, я не помню конкретно, но он помогал, и у нас машина была с рекламой Добрика сайта, команды, там, спонсоров и так далее.